Аня Пустовар дорогу переходит только на зеленый. За этим следит ее мама. Я считаю, это родители в первую очередь должны делать, потому что своим примером именно. Если родители перебегают на красный где-то в неположенном месте, то ребенок никогда не будет. Как бы ему ни рассказывали, кто бы ему флажки не дарил, в принципе, это, конечно, очень хорошо. И некоторые дети даже родителям подсказывают, говорят, мам, мы не пойдем. Красный свет. Кроме цветов, у этих школьников еще и флажки. Без внимания не остался ни один прохожий. Сотрудники авторадио экзаменуют прохожих прямо на ходу. Как и где нужно переходить проезжую часть. Говорят, неправильных ответов не прозвучало ни разу. И сами водители после лета, после отпусков, после каникул должны быть бдительны, внимательны на дороге. Особенно около школ. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники авторадио уверены, после такой акции ребята на дорогах станут внимательней. Евгения Белова, Валерий Шаронин, ГИС «События».